Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 7 мая, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Саввы, Сергия, Алексия, Леонтия, Елисаветы. Мир и благословение Божье да пребывает с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня также Святая Церковь совершает память святого мученика Лонгина Сотника. Римский воин нес службу в Иудее под началом прокуратора Понтия Пилата. Во время казни Спасителя отряд, которым командовал Лонгин, стоял на страже вокруг Голгофы, у самого подножия Святого Креста. Лонгин и его воины были свидетелями последних мгновений земной жизни Господа, великих и страшных знамений, явленных по смерти Его. Эти события потрясли душу воину. Лонгин уверовал во Христа и всенародно исповедовал: «Воистину, это Сын Божий». По церковному преданию, Лонгин был тот воин, который пронзил копьем ребра распятого Спасителя и от истекшей крови и воды получил исцеление больных глаз. После казни и погребения Спасителя Лонгин со своим отрядом стоял на страже у гроба Господня. Здесь воины сподобились видеть пресветлое Христово воскресение. Иудеи подкупом склоняли их лжесвидетельствовать, будто тело Христа похитили его ученики. Лонгин и два его соратника не соблазнились иудейским золотом. Уверовав в Спасителя, воины приняли крещение от апостолов и решили оставить службу. Лонгин покинул Иудею и отправился с проповедью о Христе Иисусе, Сыне Божьем, на свою родину в Каппадокию. За ним последовали и два его соратника. Пламенное слово подлинных участников великих событий в Иудее всколыхнуло сердца и умы каппадокийцев. Христианство стало быстро распространяться в городе и окрестных селениях. Узнав об этом, иудейские старейшины убедили Пилата направить в Каппадокию отряд воинов, чтобы убить Лонгина и его сподвижников. Посланный отряд прибыл в родное селение Лонгина. Бывший сотник сам вышел навстречу воинам, привел их в свой дом. За трапезой воины рассказали о цели своего прибытия, не зная, что хозяин дома – тот человек, которого они ищут. Тогда Лонгин и его воины назвали себя, просили изумленных солдат, не смущаясь, исполнить свой долг воинского поминовения. Воины хотели отпустить святых и даже советовали им бежать, но сподвижники отказались это сделать, проявив твердую волю принять страдания за Христа. Святые мученики были обезглавлены, и их тела погребены там, где завещали святые. Отсеченные головы отправлены к Пилату. Пилат приказал бросить головы мучеников в мусорную свалку вне стен города. Спустя некоторое время одна слепая женщина пришла в Иерусалим, чтобы поклониться святыням. Во сне ей явился святой Лонгин и сказал, чтобы она нашла его голову и погребла ее. Слепую проводили к свалке. Коснувшись головы мученика, женщина прозрела. Она благоговейно отнесла честную главу в Каппадокию и там погребла. Святый апостол Павел, раскрывая христианам тайну духовной войны, говорит: «Не есть наша брань к плоти и крови. Наша война не против человеков, но против начал, властей, это определенные чины ангельские, миродержителей тьмы века сего, духов злобы поднебесной». Поскольку основная война идет в мире духовном, то здесь есть свой закон, свой порядок, есть свои орудия, есть свои часовые, есть тактика и стратегия. Духи невидимы, но при внимательной жизни их можно распознавать. Распознавать, какого они духа? По духу. Господь, говоря о воинском состоянии человека, раскрывает наше устроение и говорит: «Светильник для тела есть око,
Итак, если око твое будет чисто, все тело будет светло. Если око твое будет темно, тело будет скверно. В народе давно подмечено: кривое око на все криво смотрит. Если помрачено око души, а им является человеческий ум, то что бы человек ни видел, ни слышал, не воспринимал в информационном поле, в невидимом, в духовном мире, он все будет воспринимать криво, как в королевстве кривых зеркал. Ум — это высшая часть души, духовная способность человека видеть и размышлять, и разбирать духовные вещи. Ум как часовой, который, ну, по идее, должен стоять на вершине горы или на вышке, наблюдая за тем, кто приближается к воротам града. Ворота града — это наше сердце, потому что то, что проникает в сердце, то, что находит в нем отклик, наполняется сердечной энергией, то гораздо скорее реализуется. Поэтому очень важная задача — хранить свое сердце. Хранить от помыслов. Дьявол враждует против нас всевозможными помыслами. Как это происходит? Очень просто. В голове все время вращается целый калейдоскоп каких-то обрывков фраз, мыслей, помыслов, предложений, картинок в памяти, в воображении, в рассудке. Но в какой-то момент одна из вещей или одна из фигур становится более выпуклой и как бы выходит из ряда, и на нем фокусируется внимание ума. Здесь нужно быть очень внимательным и включить сосредоточенность и духовную трезвость, и начать разбирать вот то, что сейчас вошло так настойчиво в мое сознание, в мой ум, то, к чему это склоняет меня, рождая какие-то пожелания, чувства, эмоции. Если я дальше эту тему буду развивать, оно меня приведет к Богу, и честно, по совести, порассудить, по заповедям Божьим, сравнить, вспомнить, какие евангельские заповеди могут быть применимы к тому, что мне хочется. Если это Богу угодно, честно, значит, делаем. Если совесть говорит, что это не то, что это неправильно, пусть тихо, потому что она у нас очень слабенькая, но все-таки совесть сопротивляется, значит, нужно решительно с гневом отвергнуться этого помысла. Отойди от меня, сатана. Ты думаешь не о том, что Божие, а то, что человеческое. Это целая наука. Это определенное аскетическое упражнение. Разбираться в том, что приходит ко мне как некоторое предложение. Для этого необходима определенная духовная зрелость. Для этого необходимо умное делание, чтобы наш ум был натренирован. Во-первых, в изучении Слова Божьего, потому что очень важно знать Евангелие очень близко к тексту, чтобы в любой момент искушения, выбора, мы могли бы соотнести то, что возникло в уме, с тем, что угодно Богу. А второй момент — это молитвенное призывание Бога. Потому что когда внимание ума сконцентрировано на имени Божьем, на обращении к Нему, на памяти о Боге, то это бодрый, внимательный, очень собранный часовой, который определяет приближающихся к его посту. У Паисия Святогорца есть несколько бесед, которые посвящены помыслам, разбору, как правильно к ним относиться. И вот он приводит удивительный пример стойкости в добрых помыслах некоего 8-летнего отрока. Юноша пришел к нему в Каливу,
с тем, чтобы повидаться и спросить, задать какие-то вопросы. Маленький человек встречает работающего в огороде Паисия и обращается к нему, что вот мне нужен такой-то старец. Тот ему отвечает: а его нет, а где он? А он убежал за сигаретами. Ну, юноша так: ну да, наверное, он о ком-то хочет позаботиться. Он говорит: да нет, он сам курит. Тот опять не верит. Говорит: да как? А ты что, не знаешь, что он вообще такого скверного нрава, что он еще и за воротник заливает? Тут на глазах у отрока выступили слезы, и он так, ну, сочувственно как-то. Он говорит: я все равно его дождусь, потому что мне очень важно его спросить. Ему письмо принес. Давай, говорит, письмо я ему передам, когда он вернется. И юноша так с благоговением передал свою просьбу. И старец был поражен, что вот на все возможные попытки омрачить образ старца юноша реагировал добрыми помыслами, помыслами оправдательными, не прогибаясь под этот соблазн увлечься осуждением, сомнением. Вот так у каждого из нас внутри, в сердце должна работать фабрика добрых помыслов, чтобы каждое событие или каждый эпизод мы старались рассуждать не по кривому, не по страсти сердца, а по-божьему, как оно бывает. И через исправление помыслов будет исправляться наша больная кривая душа. В другом месте Паисий говорит о двух подругах. Он говорит: две подруги встретились. Человек говорит: ой, я только что прилетела с этого поля. Мух говорит: да, я некоторое время тоже там была. Одни навозные кучи и мусор. Она говорит: странно. А я, говорит, кроме цветов, гиацинтов, васильков, ничего там и не видела. Вот так и каждый человек видит мир в меру своей или святости, или испорченности. И если вдруг нам не нравится то, что мы видим, это не повод ругать мир или ближних. Это повод, как сказал русский пророк Андрей, Иван Андреевич Крылов: чем кумушек считать рядиться, не лучше ли на себя обратиться? Повод призадуматься, все ли в порядке в моей душе, и усилием воли сдержать свой недобрый помысел. Помогай нам всем, Господь.